Здравствуй, друг мой. И мы продолжаем прохождение Red Dead Redemption 2 на писюке. Я так разговариваю, чтобы не разбудить этого говнюка, который спит у нас с вами. Видите? Ты видишь? Он спит. Артур, мать твою, просыпайся, говно. Пора прохождение делать, говнюк. Давай, погнали. Ну что ж, в предыдущей серии... Да, конечно же, автосохранение, куда же без него. В предыдущей серии мы занимались нашими грязными делишками, которыми заставил нас заниматься долбанный доктор. Долбанный доктор Штраус. И благодаря нему Артур немножечко подзаразился. Правда, сам он об этом еще не знает. И в этой серии мы продолжим заниматься не менее грязными делами, но, видимо, уже не настолько грязными. Нам там письмо прислали, и ждет нашего Артура подружка детства. И сейчас мы туда отправимся, посмотрим, что там вообще. Играть в домино. Тут нет никого. Тут обычно сидит Лени, вроде бы как. Лени, это Лени. Сидит Лени, и с ним можно в ножики поиграть. Но вот в ножики я бы сыграл, а домино, оно как бы нафиг надо. Где мой конь вообще? Погнали. Погнали, Эпплджек, друг мой, сердешный. Чё, как это? Чё-то я это задумался. Рассказывай, друг, как дела твои? Я знаю, ты слышишь меня. Предыдущую серию как-то слабенько посмотрели. Да и вообще как-то слабенько все смотрят. Поэтому я прохожу эту игру конкретно для тебя. Вот если ты вот сейчас смотришь это видео, эту серию очередную по замечательнейшей Red Dead Redemption 2, знай, я делаю это лично для тебя. Ну и, естественно, для себя. Потому что без тебя... без. Вы что, охренели, что ли? Алло? Я, короче, прям без разбору сейчас мочить начну. Так, тихо. Мне нужно слезть с коня, потому что, помните, да, бывают моменты в жизни, когда конь не работает. Давай, давай. Кондёха, веселее ее. Охренели, что ли, вообще? Чё они этим хотели сделать? Где мой конь? Вот бери теперь, блин, убирай все это дерьмо. Не, ну а чё? Собственно-то, почему бы не убрать-то за собой, да? Намусорили, надо убрать, правильно? Ну-ка, могу я их, интересно, в телегу погрузить или не? Или не могу? Давай. Вот так. Бросить. О, тут еще сундук есть, слушай. Давай. Оп. Один готов. Так, сейчас мы сундучок осмотрим. Что там в сундуке вообще было? Ну, вроде как не особо-то. Подожди, а что я открыть сундук не могу? Или это я его уже осмотрел, да? Это я его, походу, уже осмотрел. Ладно. Давай, следующий. Не мешало бы его, конечно, ограбить. Забирайся. Ты же можешь. Давай, оп. Ну. Или там уже друг твой лежит, ты не можешь, да? А так я могу его туда закинуть? Не могу. Ладно, неважно. Этот здесь отдыхает. Так, коней бы отпустить. Давайте ограбим. Сейчас коней надо отпустить, лошадей там незачем. Сейчас мы попробуем их, не знаю. Что-нибудь как-то их отрезать, может быть. Нельзя перерезать веревки. Не хотелось бы коня портить, вот знаете. Я что хотел сделать? Я хотел... у меня-то и динамит, собственно, нет. Ладно, хрен бы с ним. Неважно. Не буду я их всех грабить. Блин, все-таки насчет сундука меня терзают смутные сомнения, что я его не посмотрел, а взял просто то, что там было. Так, лосо спрячь. И ножик тоже. А я теперь залезть туда не могу, да? Вот так. Так, давай бандита Адрискала возьмем. Куда-нибудь туда его сбросим подальше. Во. Так, могу я теперь? Во, могу теперь сундук открыть. Все-таки я его не посмотрел. А что я тогда достал вообще? Открытое, подожди. Взять.
Это все, что ли? Или получается, я все-таки его посмотрел, но, видимо, что-то пошло не так. Ладно, неважно. А Дрискалы охреневшие твари вообще. Ты видел это дерьмо? Я тут, понимаешь, разговариваю с тобой по душам. Пытаюсь, значит, выразить мысли свои о том, что я вот это все вот делаю, а вот не смотрят, и вот решил я это все делать вот конкретно для тебя. А в Дрискалы, понимаешь? Такая вот история. Эх, будем, значит, мы с тобой здесь сегодня проходить Red Dead Redemption 2. Так, на почту нам вроде не нужно. Че? Опять ты, что ли? Ну ладно, друг, давай поговорим с тобой. Хотя нет, вы знаете, есть там еще один вояка, только в другом городе. Вот я с ним поговорю, потом я к нему вернусь. Не-не-не, до свидания. Не сегодня. Ты вообще не помнишь, как меня зовут. В смысле? Это ты сказал, что ли, дерьмо? Эй, мистер. I said hello, mister. You know I'm the same fella as before. В смысле здоровался уже со мной? А не сильно дерзко ли ты разговариваешь, говнюк? Hey, what's your problem? В смысле мои проблемы? Ты первый полез. Hey, knock it off. But if you don't shut your mouth. Oh, I forgot to say. Give me all your money. Давай сюда деньги, да-да-да. Я вообще-то не хотел его, конечно, грабить. I will kill you right here. Okay, take it, please. Вот так. Отлично, 69 центов. Это будет оплата. Stay away from me, okay? Оплата за то, что ты вот такой дерзкий, гребаный ублюдок. Не, ну ты видел это дерьмо? Я на самом деле не ожидал, что я заеду в город, в Валентайн, значится, и мне тут сразу вот так вот сходу в лицо, извиняюсь, плевать начнут. Да идут они все нахер. Что-то как-то далековато Молли, или как там ее зовут, заехала. Мне кажется, могла бы и поближе себе квартирку присмотреть, нет? Как ты думаешь, тебе так не кажется? Вот, собственно, ее дом. Ну, вернее, как написано в письме. Она, значит, снимает здесь квартиру. Надеюсь, горячая вода у нее есть, газ есть. И за коммуналку она тоже не платит. Ну, во всяком случае, я так думаю. Старая любовь. Yes? Нифига себе. I'm sorry, I didn't mean to disturb you, ma'am. Is Mrs. Linton in? I'll go see. Нормально так. Не успел зайти, уже, блин, на тебя пистолет, значит, нацелили. Вообще охренеть можно. Hello, Arthur. Hello, handsome. Да-да-да. I heard you and your friends was around. I. Okay. То есть, вот это дерьмо в виде Артура Моргана променяло вот эту барышню на банду Датча. Ну, нормальный такой, да. Очень личный размен. Happened a while ago. Pneumonia. Bad business. Sure. So, you've been made a widow and you come here looking for me, is that it? No, ain't like that, Arthur. Okay. Listen, Arthur, my family, I need your help. You mean the family that always looked down on me? You want me to help? It's my little brother, Jamie. I always liked Jamie, at least compared to the rest of them. He's broken Daddy's heart. Daddy has a heart? Don't make me beg you, Arthur. My money, my life, me. I wasn't good enough. I'm sorry. We need your help real bad. Little Jamie's joined the Chelonians, that strange religious order. К чешуистам, значит, загремел братан ее. You're the only person he'd listen to. So, I'm too rough to marry into your family, but it's okay to ask me to help in saving your family. I'm sorry. I understand if you don't want to help me, but
I think of you often. Long time ago now. I'm begging you, Arthur. I say let Jamie live Jamie's life and not the nightmare that his daddy dreamed up for him. Jamie's so innocent, Arthur. Please, Arthur. Will you help me? Не, ну поможем мы, конечно, Мэри, правда? Where is it? Заодно с чешуистами познакомимся, да. Забавные ребята. Зайдем мы, значит, к чешуистам и наставим их на путь истинный, да. Как вам такое, не ожидали? Я сам не ожидал. О, овечки, ля. Тут, кстати, можно этих овечек перебить и что-то там себе получить, какой-то achievement или что-то около того, но мы этого делать не будем. Так, где у нас там братан-то ее? Куда он? Где? Ох, далеко, блин, как однако. Далековато ты забрался, слушай. Погнали. Далеко он забрался. К чешуистам он подался. И гитары у Артура нету, чтобы петь эту ковбойскую песню. Бывает, бывает. Так, да, чешуисты, это, конечно, это, короче, что-то типа... Боже, как эти чуваки-то назывались, которые... в GTA 5. Я опять неподготовленный пришел к тебе. Короче, этот... чешуисты, это эти... Блин... На L как-то называется. Нет, клан этот. Не клан, а секта тоже. В Grand Theft Auto 5 было такое дело, да. Эх, опять неподготовленный пришел. Блин. И знаете, вот как обычно. Так, что-то там происходит. Ну-ка. О, женщина. А что, нормально у тебя все? Слышь? Эй, пшт. Коняка сдохла, да? И тебе надо в Валентайн, угадал? Тебе надо в Валентайн, да? Угадал? Ох ты ж, блин. В Эмеральд Рэнч я не планировал. Ну, слушай. А чё, может ее с собой взять, с ней покатаемся? Ладно, тут как бы пока, собственно, не отвезешь. Да, да, да. Сейчас она нам начнет cool story тут рассказывать, да? Yeah, that horse did right by me. Better than my husband, truth be told. That fool, always complaining. But does he do something about it? Man barely lifts his hand to wave the flies away. Aside from to lift a drink, of course. Marriage for me has been nothing but trouble. But Biscuit, he was a fine animal. Loyal, smart, brave. Да, да, да. Нам очень интересно слушать историю про твою лошадь, да. Так, а что я срезать не могу? Могу. Давайте срежем, а то долго нам придется выслушивать эти cool story от этой женщины. Так, извините, нужно лошадку подкормить. Kicked his hide too as he was hollering away. Didn't think a man could run so fast. Блин, нахрена я тебя взял? Так, подожди, можно где-то здесь срезать, я думаю. Да, вон он уже. Эмеральд Рэнч. Или нет? Или это не эти здания? So, you live at Emerald Ranch then? For the time being, I was looking for work. They was looking for some help with the gardens. If I waited any longer for my husband to put food on the table, I'd have died of starvation. I'll be moving on soon, though. Emerald Ranch, well, it's a strange place. Ой, не говори, это то еще странное место. Так, нам сюда. Мы уже подъезжаем, ты готовься спрыгивать, потому что я тормозить не собираюсь. Мне, кстати, интересно, как конь будет тормозить. Но не особо. Давай, подруг... А, блин, тебя ж довести-то надо. Все.
А, ну, если так, то ладно. Если так, то я не против подвозить. Хотя, на самом деле, мне кажется, ну его нахрен. Да-да-да, I appreciate it too. Окей. Окей, let's go. Поехали теперь, собственно, туда, куда нам надо, блин, по нашему заданию. Вообще, прикольно подвозить всяких незнакомцев, потому что может начаться какой-то квестец, но это же портит... Ну, не то, что портит, а просто вот время потратили на то, что отвезли эту женщину в Эмеральд Рэнч. И могли бы быть уже на месте возле этих чешуистов и заниматься братаном... как там? Артуровой тянки. Если хотите. Ох уж, блин, этот Артур. Ох уж этот конь. Ох уж этот Эпплджек. А ты, главное это, не забудь рассказать там в комментариях. Хотя обычно ты это не делаешь, но все же. Снег выпал у тебя там или нет? Или все еще несколько дней прошло, а снега все нет? Эх. На Новый год реально снега, походу, не будет у нас, друзья. Не будет. Ну, во всяком случае, там, где нахожусь я в данный момент. И, возможно, там, где находишься ты. Так, мы немножечко тут срежем аккуратненько. Так. Это что за лошадь, кстати? Дайте-ка я посмотрю. Может, это лошадь годная? Американский Pain Horse. Показательно. А, слабенькая, слабенькая лошадь. Так, у меня там опять, кстати, у меня закончились эти конские зелья. На самом деле, надо будет обязательно заехать в конюшню и купить десяточек. А то как-то, ну, не очень круто. Не очень круто будет. Так, вот они, наши чешуисты. Сейчас мы, значит, к ним... заглянем в гости. Поглядим, что они там, чем они там занимаются. Что они вообще тут собрались все. Чешуйня, говорит. Чешуйня. Челониус. Не знаю, почему перевели чешуизм. Возможно, это так и называется. Давайте смотреть. Давайте слушать, о чем они тут вообще рассказывают нам. Здравствуйте. The boy has chosen a path. He's chosen safety. What path have you chosen, sir? Так, давайте-ка поговорим. Давайте ответим нерешительно. I'm still searching, I guess. We are all searching. Челонианизм is about searching. Ща, короче, Артура нашего в чешуисты примут, и на этом все закончится. Так, ответить серьезно. I don't know. Safety? Safety and meaning? Главное, на задний фон ты глянь. Глянь, глянь, посмотри на задний фон. Jamie knows the truth. But of course... You may speak with him. Exactly. If your teachings are so great, what harm can I do? I'm not coming with you, Arthur. Ох, ты задолбал, говнюк. Да что ж ты, блин, и конь срет, как обычно в кадре. Погнали, погнали за ним. Догоните Джейми. Так, что мне его лосом ловить, что ли? Ладно, я могу. Нифига он бегает, слышь. Ни хрена он бежит, блин, от меня. А, подожди, он на лошади едет, что ли? Ну, понятно. Давай, лошадь, быстрее ехай. Так, тут еще... Воу-воу-воу, тихо, спокойно. По-любому ж попадет сейчас какую-то, блин, передрягу. Или Адрискалов найдет, или еще кого-то на свою голову. И будет ему срака. Блин, ну ты и дорогу выбрал. Слышь, здрасте. Так, может, блин, без лосо он будет быстрее ехать? Хотя нет, скорость, по-моему, одинаковая здесь.
Но я не очень хотел бы его лосить. Вообще ни разу не хотел его лосить. Да, но здесь уже можно, я думаю. Так, подожди. Лассо. Не поймал. Сейчас еще раз попробуем. Блин, лошадь-то у меня быстрая должна быть. У меня должна быть быстрее лошадь, чем у него. Блин, да что ж такое-то? Воу, извини. I'm sorry. Live the rest of your life in the mountains with those people? They're my friends. Друзья, они говорят его. If you don't leave me alone, I'll shoot you. I swear it. Че, серьезно, что ли? Я понял. Talking about. You ain't no killer. You don't know who I am. Че, он серьезно стрелять начал, слышь? Ля. Стреляет с дороги, блин. Коров пасу. Так, тихо. Не, можно? Можно я проеду? Извините, пожалуйста, простите, пожалуйста. А что случилось-то? Джеймис Би... Да и в смысле, я его видел... Чего? Я видел его. Игра, ты что? Я же видел его, он был в поле моего зрения. Охренеть, блин. Ну, ты что ж ты будешь делать? Ох, чешуйня, блин. Задолбала эта чешуйня, честно говоря. Не, ну слышь, вы видели? Не, ну я же видел его. Ну как он мог сбежать вообще от меня? Че, он на поезде уехал, что ли? Или прыгнул, в вагон запрыгнул, и это. Вот это вот все. Да сколько же его надо, блин? Может, я все-таки могу его лассом поймать, а? Сейчас вот я его вроде как настигаю, я возьму на всякий случай лассо. Хотя, по-моему, он ускоряется. Он в какой-то момент вроде как начинает. Нельзя его, короче, поймать, мне кажется. Да, и вот как-то лошадь моя тоже. Такое ощущение, что она замедляться начинает. Да, походу нельзя его поймать лассо. Может, только можно в лошадь попробовать пострелять. Но я не особо горю желанием это делать. Ох, Джейми, блин. Чё ты за говнюк такой, а? Это, знаете, вот похоже на как там... All of you have to do... Чё-то там damn train, CG? Я не помню, как правильно говорил Big Smoke CJ. Stop and let's talk about this. What are you gonna do, Jamie? Live the rest of your life in the mountains with those people? They're my friends. Look. If you don't leave me alone, I'll shoot you. I swear it. Да, это мы уже слышали. You ain't no killer. You don't know who I am. Так, сейчас мы попробуем корову объехать. Давай, блин, это у лошади, получается, запас кончился. Вот в чем проблема была. Так, ну сейчас-то как бы я его вижу. Сейчас-то как бы он не должен от меня убежать, правда? В смысле? Че, серьезно, что ли? Это как вообще? Это вообще, ну, это вообще законно? В смысле? Или подожди, или я должен был в него стрелять? Или что я с ним вообще должен делать? Это как бы странно. Ладно, берем сразу лассо. Берем лассо. Не, вообще какого хрена я, блин, в лошадь стрелять сейчас буду? А, я не могу в лошадь стрелять, да? Но я решительно хотел это дерьмо проверить, честно. Так, надо, значит, следить за показанием лошади, потому что это какая-то хрень, блин, полнейшая. И в лассо-то я его поймать, как получается, не могу, да? Главное не пропустить моменты, типа, нормально его либо залосить. Не, я не могу у него лассо кинуть. Так, думаю, самое время... коня немножечко освежить, пока у меня время есть, блин. Твою мать, неужели он сбегает, когда я просто не помню, я же проходил это на плойке. Это ж, блин, было просто. Неужели три руины?
Я ж не должен заруинить эту катку. Эту-то катку я не должен заруинить, правда? Не должен. Little Jackass, да-да-да, я третий раз тебя уже вижу, мужик. Блин, Джейми, ты говнюк редкостный. Заставляешь меня ехать за тобой, хрен знает куда вообще. Еще избегаешь от меня, блин, из-за гребаных коров. Так, вот часто я не должен заруинить, правда? Вот часто я, он не должен от меня уйти. Во, блин, мне до кат-сцены, грубо говоря, не хватило херню. Жесть. А все из-за гребаной лошади. Давай ты еще говно на поезд запрыгни. I'm warning you, Arthur Morgan. Leave me alone. Пиздюк, блин, ты стрелять сначала научись. Put that gun down. I warn you, Arthur. I'm gonna. I don't want to live anymore. Kid, just calm down. Leave me alone. Так, выхватить оружие. О, хорошо, я концентрировался. Let's go see your sister. Okay. Выстрел возле головы, блин, явно промыл ему нормально, вернее, это включил его мозги в правильную сторону. Да. Have I been a terrible fool, Arthur? Да, ты был редкостным говнюком на самом-то деле, я тебе так скажу, просто редкостным говнюком. Нереальнейшим говнюком. Просто супер-мега-адским говнюком. Джейми, Джейми, блин. Погнали к Мэри. Погнали. Что там, сестра она твоя вроде, да? Так, и не забыть купить котского зелья, а то будет вот такие ситуации регулярно, это, как там, проявляться, попадаться, это не очень круто. They rely on charitable donations. Jesus, Jamie, come on. I just wanted to believe that there might be something good coming my way one day. Guess that's dead in the water. With the turtle. Я хотел с ним поговорить. Все нормально. All Father kept telling me was, you won't amount to anything. You're not enough of a man. I had to get away. I couldn't take it anymore. Forgive me, but your father's a bully and a coward. Don't listen to him. Hey, don't talk about him like that. What do you want me to say, Jamie? He's a good father, a nice man. He won't be happy I saw you. Чё-то как-то погода испортилась, потемнело, правда? Блин, классно всё-таки в РДР. I'm not good at anything. Come on, that ain't true. Tell me something you like. Don't think too hard. Apples, I guess. Apples? Yeah, I love apples. Okay. I was thinking more along the lines of carpentry or horses or something, but all right, go work in an orchard then. Arthur. Не, ну, ну вы сами все видели. Он что, отъехать не мог в сторону, блин, говнюк. Ну, реально, вы сами все видели, блин. Извините. Нужно вести себя более прилично, когда перед вами Артур Морган. Убийство! Трагедия, господи! Убийство! Да-да-да, сейчас меня искать начнут. Thank you.
Я не при делах, я ничего не делал. Давайте коня нашего привяжем. Да, 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 знаю я, можешь ты сбежать. Слышь, пушку спрячь. Эй, пушку спрячь, говорю. Че, охренел, что ли? Пушку, говорю, спрячь. Дебила ты кусок. Ой, по мою душу, по-моему, едут. Так, спрячься-ка я, пожалуй, немножечко тут. На самое время, на самую чуточку. Можно я быстрее ходить буду? Быстрее, можно мне немножечко бегать? Во. Я где-нибудь тут у вас немножечко спрячусь. Ой, чё, ну, на крышу так на крышу. Чё происходит-то? Так. Вот здесь где-нибудь присяду. Во, как это выглядит со стороны? Дичь какая-то. Все, вроде, розыск сошел. Давай, пошли к Мэри. Эй, Джейми. Блин, нахрена здесь тормозить? Вот не понимаю. Иногда я не понимаю игры от Rockstar, когда они не дают бегать людям. Ну пошли уже, слушай. Ну ждет тебя там Мэри, но... Зачем так тормозить? Почему нельзя ходить быстрее? Во, наконец-то. Надо Артура Джейми приодеть, мне кажется. Джейми! Come home, please. You've... Father's been very sad. Father wouldn't know sadness if it died in his bed. But I'll come home for you. My boy. My sweet boy. Come on. Oh, Arthur. Thank you. Thank you. It's good to see you, Mary. And you, Arthur. And you. Да-да, вот так вот променял. Нормальную барышню променял, блин, на банду Вандерлинде. Или как там его? Вечно забываю. Короче, на банду Дача. Oh, you'll never change. I know that. Да-да-да, бла-бла-бла, вали уже. Не томи душу Артуру. I feel like the luckiest man alive, and I feel like a fool. That woman confuses me and plays me for a fiddle like no one else alive. I trust I will not make a god-awful fool of myself once more, but somehow I imagine I shall. Да уж, да уж. Ну, это, давайте, у нас там... дальнее задание, поэтому я предлагаю нашего Артура немножечко сейчас. Что у меня там вообще по запасам? Надо бы лекарство купить всякого, да? Доктор. Да-да-да. Что я тебе, кстати, продать могу? Ну-ка, давай посмотрим. Так, ладно, тоники нафиг не нужны. Это я тебе не продам. Меня интересует каталог твой посмотреть. Давай. Just need a little something for the pain. Так, давай для начала тоники. Так, что за тоник? Сильное лекарство. Крепкая настойка. Давай, вот этого. Крепкая настойка что дает? Выносливость. Сойдет. Так, что там еще есть у тебя? Сильное чудо-зелье. Полностью восстанавливает. Да, пойдет. Крепкий тоник. Тоже пойдет. Возьмем все, что есть. Так, тоник полностью восстанавливает, слегка форсирует здоровье. Это ладно. Так, это хорошо, это у меня есть. Сильный стимулятор. О, сильный стимулятор для лошади. Пойдет. Ну и просто стимуляторов тоже пойдет, потому что нашему Эпплджеку это не повредит. Окей. Уход за лошадью. Это мы уже купили все, да? Да, это мы уже все купили. Странно, что у человеческого врача есть, собственно,
Значит, всякое для... Для лошади. Ну-ка, работают, интересно, весы в этой игре? Видимо, нет. Гербарий тут, я смотрю, у тебя всякое. Приглядеться. Смотреть можно. Можно в карман положить. Ну ладно, я не буду. Я не буду этим заниматься. Так, вот, я что хотел сделать? Я хотел проверить, не появился ли случайно. Вы не про меня случайно? Охренеть, что ли? Охренел говно? Так, ладно, меня интересует... Че ж ты голову-то вечно опускаешь? Меня интересует посмотреть твой каталог. Так, револьверы. Вообще, ну, короче, понятно. Не добавили они флотский револьвер в игру, да? Шофилд это не тот револьвер. Ну, в общем, подожди. В смысле ноль? А, вулканик у меня уже есть. Да-да-да. Это та история, почему-то... многие не понимали, откуда у меня вулканик в начале игры, если и вот это ноль стоит. Ну, короче. Так, Спрингфилда винтовки я пока не буду покупать. Вот это, кстати, дробовик обрез, ладно, не буду брать. Короче, нифига у тебя нового не появилось, да? Нифига у тебя. Патронов у меня вроде хватает. Так, экспресс-патроны на револьвер есть у тебя? А, у меня, собственно, они и стоят. Все? Отлично, хорошо. Аксессуары. Двойная кобура у меня уже имеется. Улучшенная кобура. 40 баксов. Да идите вы в жопу. Не буду я пока это брать. Спасибо. Так, улучшать оружие я так, по-моему, и не могу, которое мое трофейное, да? Да, не могу. Вообще странно, почему нельзя, собственно, улучшать. Так, дробовик обрез, двухствольный дробовик. Подожди, а где... Магазинный карабин. Вот я его хочу, наверное, все-таки немножечко улучшить. Нарез. Улучшенный нарез. А, он у меня и так уже есть. Все, значит, тогда... We cool. Окей. Так, до свидания. А что у меня там за пушки стоят вообще? Это у меня вулканик и револьвер Флако. Да, револьвер Флако. Сойдет, сойдет оружка. Так, что там я еще хотел? Приодеть Артура немножечко хотел, да? Но я могу это сделать здесь. И продать там всякое хотел дерьмо. Так, давай для начала тебе всякое продадим. Что у меня там? Из драгоценностей ты ничего не покупаешь, это я тебе не дам. Это что, оружейное масло? Ну, в общем, понятно. Тут, собственно, нет ничего, чтобы ты купил. Так, хорошо, давай каталог глянем. Да-да-да. Так, подожди, тоники. У тебя есть, кстати, хорошие тоники. Вот я хотел бородатый тоник взять. Да, для бороды. Тоник полностью он останавливает. Это хорошо. Блин, а где тоник, которым можно этот... не форсировать, а улучшать уровень меткого глаза. Есть же такой. Так, значит, одежда. Давай глянем одежду. Так, костюмы. Что там по костюмам? Ладно, костюмы не буду. Буду сам себе подбирать. Из того, что есть, конечно же, естественно. Есть тут одна шляпа, которая мне очень нравится. Шляпа хозяина плантации, это немного не то, хотя тоже неплохо. Давай ее возьмем. О, сойдет. Блин, я хотел... Подожди, я какой цвет выбрал? Давай вот такой цвет выберем. А это по скидке даже, нифига себе. Да, сойдет, сойдет. Так, хорошо, шляпа есть. Давай начнем с рубахи. Давай тебе какую-нибудь рубаху покрасивше выберем. Так, это уже жилеты пошли, да? Верхняя рубаха с воротником. Неплохо смотрится, неплохо. Ну, даже не знаю. О, вот такая рубаха сойдет тебе. И жилеты там есть. Там есть классный кожаный жилет такой, по-моему. Но его здесь вроде нет. Парижский же, роскошный, классический жилет с узором. А ну, парижский. О, ля, краса, ля. Прям Дольче Габбана, блин, этот, как его, Версача и прочее дерьмо. Вот такой мне нравится, да. Пойдет.
Так, жилеты есть, штаны. Давай штаны тебе прикупим. Новые, Артур. Модные какие-то надо взять, модные. Штаны ковбоя. Ну-ка, как это выглядит? Ну, как бы так себя оно на самом деле выглядит. Классические штаны. Ну, классические штаны, они в Африке. Городские штаны с манжетами. Ну, это вот джинсы. Джинсы хочу. Как бы... Блин, почему вот, вот такие залатанные, а эти вот типа не залатанные? Ну, я даже не знаю. Не хочу тогда. Не хочу залатанные. Повседневные штаны, ну-ка. Ну, повседневные штаны, ну как бы... Они, по-моему, у меня и есть повседневные штаны. Рабочие. О, джинсы, просто джинсы. Ну, джинсы... А, ну понятно. Джинсы тут, конечно, говно то еще. Ладно, давай выберем, не знаю, что. Штаны ковбоя, ну-ка. Штаны ковбоя. Не очень-то уж они клевые. Было 10. Городские штаны, ну-ка. Ну, это типа костюм можно собрать. Городские штаны. А там было что-то для верховой езды. Где? Подожди, штаны. Ну, штаны. Вот, штаны для верховой езды. Ну-ка, давай глянем. Выглядит, конечно, они хреновенько. Рабочие штаны с накладками. Тоже говно. Джинсы для верховой езды. Ну, такое ощущение, что он немножечко обсикался, вам не кажется? Так, ладно, давай тогда, не знаю, повседневные штаны вот такие выберем, да и будет нормас. Так, что там еще есть? Сапоги! Надо сапоги выбрать покрасивше. Делюкс какие-то уж. Уж если одевать, так... Так одевать. Ух! Это сколько стоит? 22. Скорострел люкс. 24, вижу цену. Я хочу самые дорогие найти сапоги. О, 26. Очень прочные сапоги люкс. Вот это то, что мне нужно. Вот это то, что мне нужно, я даже не знаю. О, вот такие сойдут. Мне нравится прям, ля. Так, перчатки. Перчатки для верховой езды. Что у меня там есть? Кавалерийские перчатки. Не, кавалерийские не хочу. Для верховой езды хочу. Вот такие черные хочу, потемнее. Во, вот теперь он похож на нормального ковбоя. Так, и там еще были чапсы, по-моему. Во, чапсы стрелка с бахромой. Ну-ка. О, вот это я понимаю. Вот это я понимаю стиль. О, вот это замечательно. Вот это я понимаю. Стиляга, блин, тот еще. Так, подтяги мне не нужно. Подтяжки не хочу. Так, шпоры. Шпоры надо тоже покруче какие-то выбрать. Шпоры Western Deluxe, ну-ка. Ну, вот это шпоры я понимаю, да. Вот это шпоры. Вот такие, под цвет штанов. Да. Сапоги, правда, теперь не видно из-за чапсов. Но ничего, мне и так сойдет. Вот это я понимаю, да. Так, аксессуары, это то, что я, собственно, только что смотрел, да? Вот это меня картинка всегда радует. Такой, не знаю, одевает чулки какие-то или что он делает, блин. Подтяжки. Не, подтяжки не хочу. Все вроде как, да? А, там еще были чапсы стрелка, но мне вот эти с бахромой нравятся. Подожди, а я хочу посмотреть на чапсы стрелка. Может, они как-то посуровее будут, что ли, выглядеть. Ну-ка. Ну, кстати, они выглядят реально круче. Давайте реально чапсы стрелка возьмем. О, они выглядят покруче. Мне нравится. Потому что эти с бахромой, они какие-то подертые все. А это прям такой стелек-стелек, да. Так, все. Нормально. Подожди, стой. Верхняя одежда мне нужна. Одежда. Я же ему плаща никакого не взял. Ну-ка, верхняя одежда. Так, куртка-полевик у меня есть. Классический фраг. Ну, классический фраг, ну фиг знает. Подожди, а я вертеть его могу, нет? Не могу вертеть. Так, ох ты, блин. Ну, тут и, конечно, это. Пальто стрелка. Ну-ка. Вот это, кстати, выглядит, да, так неплохо. Неплохо. Вот это хороший, на стиле бы такой был, да? Дорожная куртка, ну все. Пальто из камвольной шерсти. Классический сюртук. Давай пальто стрелка тебе возьмем. Вот такое. Да, вот такое. Вот это Артур Морган. Ковбой прерий, блин. Приодели, короче, Артура. Нормальная тема. Сейчас надо его рассмотреть нормально. Ну-ка.
Ля, какой красавец, блин. Ты ля. Прям вообще. С иголочки оделся, блин. Так, где-то у меня тоник для бороды был. Крепкий тоник. Тоник, тоник. Жевательный. Подожди, не то все. Где моя сумка? Настойка. Лекарство для лошади. Эликсир. Так, дополнительный опыт здоровья при употреблении. Ну-ка. О, здоровье повысилось. Я же говорю, есть такие тоники. Надо, короче, только смотреть. Сейчас мы все просмотрим на всякий случай. Выдержанный пиратский ром. Это у нас лекарство. Так, что тут есть? Меня еще интересует тоник для бороды. Я же его явно купил, правда? Где-то он должен быть. Крепкий, особое лекарство, сильное лекарство. Кокаиновая жвачка. Блин, неужели я его где-то пропустил? А, вот, хейр-тоник. Тоник для волос. Пускай растет бородень подлиннее да покрасивше. Тем временем, пока мы тут скупались, уже на улице ночь настала. Не, ну на самом деле круто выглядит. Артур Морган у нас теперь. Давайте его рассмотрим. Ля, какой красавец. Можно вообще камеру кинематографическую включить. Смотри, какой ковбой идет. Ля! Красавец. Жалко, что... Ну, реально, от первого лица играем, блин. Так бы было прикольно. Ну, ничего. В катсценах, думаю, будет нормас. Чё там? Алло. О, стрельба! Ну и как там? Налетели, ограбили по-быстрому. 47 цен. В смысле, ты? Ну-ка, давай поговорим с тобой. Давай. 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 Опа! Гыч! Красота какая. Чё как, друзья мои? Так будет с каждым, бля. Давай, грабим. Я забираю свое. 37 центов. Что там у тебя за пистолет был? Обычный револьвер. Вот какая-то такая история случилась у нас в Red Dead Redemption 2. Что ж, друзья, давайте. Слышь, законник. Все нормально. Все нормально. В смысле? Come on, let's just talk this through. Lift them hands, or you will die standing. Не, ну мне на самом деле не с руки. Ладно, давай сдавать. Давай, да я сдаюсь, блин, ты. Говно. Ладно, пристрелим законника, пока он нас не убил. Тут на самом деле надо... О, кстати, фризы начались. Вовремя! Вовремя! Очень вовремя. Вообще-то надо валить, друзья мои. Надо валить. Пора валить, пора валить. Где мой конь вообще? $52 придется заплатить за это дерьмо. Блин, вроде не было раньше фризов. Вроде, блин, нормальную длинную серию один раз записали. А чё-то как-то хрена. Да блин, лошадь моя, едешь ты ко мне или нет? Сколько я тебя ждать должен? Да твою мать. Я не хотел этого делать, шериф. Придется платить, блин. Во, погнали. Придется платить $72. Да поехали, блин. Прячь пушки свои гребаные. Валим отсюда нахер. Валим. Блин, в лошадь-то не стреляй. Лошадь-то тебе что сделала вообще? Надеюсь, они отстанут рано или поздно от меня.
Вот куда-нибудь сюда, например, спрятаться можно, да. Сейчас вроде не фризит. Хрен его знает. Блин, слышь, ты, короче, это, допрыгаешься сейчас меня. Я тебя не просил. Да подожди, да твою мать, да, да говно, да что ж происходит-то с этой игрой-то, блин. Лошадь, блин, твою мать, ты что, не видела, куда ехала? Сейчас в конце серии еще заруинить все это дерьмо. Все, они там разбираются между собой, да, этот вроде... Да ты свали, блин. Так, надо куда-то вниз. Надо куда-то вот сюда, вот вниз. Вниз, все. Нормально, они нас ищут. Лосось прячь. Блин, они меня опять увидели, да? Ведут поиск. Давай, все, я покинул зону поисков. Они меня не должны видеть уже. Не должны они меня преследовать. Все, до свидания. До свидули. Да, куда-нибудь вверх теперь. Все, где-то здесь надо спрятаться. Все, вроде оторвались. Ух, блин, это было рискованно на самом-то деле. Ну а че они, блин? Я вполне на правах вестерна все это дело сделал. Все, нормально. New Gun Over, $77. Нормально мы себе заработали штраф заплатить. Но зато ля, какая красота. В общем, друг мой, спасибо, что смотрел. Надеюсь, тебе понравилось. Приходи в следующий раз. И до свидания.